Добрый день. Вашему вниманию представляю реактор для растворения углекислого газа в воде. Данный реактор производства фирмы Денерли. Они бывают 4 типов размеров для разных объемов. Конструкция очень простая, состоит она из двух частей, из двух половинок. Сюда подводится непосредственно газ, отсюда он выходит и потихоньку шарик начинает газ вот так вот бегать, тем самым диффундируя воду. И происходит растворение углекислого газа в воде. Конструкция очень простая, очень удобная. И очень самое главное, что КПД такого реактора достаточно высокая. На сегодняшний день она один из самых лучших реакторов, которые когда-либо существовали.